Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это очередной выпуск по MyClub. Приятного вам просмотра. Итак, нам сейчас дают Фабрегаса, вообще не понимаю, ну, как-то они странно, конечно, выдают этих игроков, но не суть. А все равно мы его получим, отличный игрок будет, наверное, для прокачки, как специальный тренер. Поэтому, ну, получаем в любом случае Фабрегаса, 86-го, неплохо. Итак, откроем сейчас два таких пакетика. Здесь какие-то, ну, интересные в том случае футболисты. Кроме Криштиану Роналду здесь мы только можем поймать. Я бы хотел бы, естественно, Мбаппе. Потому что у меня есть Мбаппе арендованный там еще до сих пор. За него матчи я не могу доиграть. Поэтому в любом случае хотел бы Мбаппе. Вот. И тогда вообще все иконы бы ушли. Из моего состава стоял бы только Кильян Мбаппе. Но мы отправляемся в Италию. Золотой хлебмячик. Отдают нам серебро. И это у нас Кристанте, центральный полузащитник. Кто еще у нас в этом мячике? Так, Уф и Замбрано. Ну и последний мячик. Надеемся, вообще хотя бы золотой мячик мы, конечно, поймать. Но все-таки все равно я хочу до конца. Это мы куда? Во Францию, кстати. Ну давайте Кильяна Мбаппе, будет все супер. Золотой мячик. Скипаем. Это у нас Бендетто, да. Бендетто неплохой, 82-й нападающий, Ронье еще и Конти. Итак, сейчас нам дали скаута из Манчестер Юнайтеда, пятизвездочного, абсолютно любой нам может выпасть оттуда футболист, но мы знаем, нам уже выпадал игрок из Баварии, это был игрок с белым мячиком и из белого мячика, поэтому здесь я буду, ну, золоту даже рад, мне кажется. Итак, Манчестер Юнайтед. А здесь нам даже бронза падает. И это у нас Туан Зеби. Ну, конечно, неплохой игрок. Но точно не в этой, не в этом режиме. Итак, снова нам дали премиум агента. Снова три игрока в одном мячике. Сейчас, скорее всего, опять серебро нам выпадет. Я буду рад даже золотому игроку. Но мы отправимся с вами в Италию. Мало там, конечно, хороших, наверное, игроков. Ну, выпадает нам серебро. Игрок Кристанте из Ромы. Давайте глянем, кто еще нам в этом мячике выпал. Ромао и Морено. Так, сейчас нам дали Радамеля Фалькао из Галатасарая. Вообще не знаю зачем. Но в любом случае нам хороший игрок для прокачки других игроков не помешает. Поэтому вот Радамель Фалькао, 87 рейтинг. Неплохо. Итак, нам дали сейчас скауты из лондонского Арсенала. Здесь всего лишь три игрока с черным мячиком. Это Абумьянг, Лено и Парти. Поэтому, ну да что ж, давайте попробуем. Хотя бы золото, вот серьезно, потому что там постоянно белые мячи выпадали. Кто там был у нас из Барселоны, из Баварии вроде. Вот такие игроки, ну что же. Сейчас просто интересно, какого цвета только будет мячик. Серебро, ну понятно, и это у нас Кейтах, конечно, центральный нападающий, которого мы сразу же пустим в тренера. Итак, нам снова дали премиум агента, снова три игрока. Снова нам, скорее, сейчас выпадет три серебряных, либо самый высокорейтинговый этот игрок именно серебряный. Но мы отправляемся с вами в Испанию. И, естественно, серебро. Еще и левая нога. И это Иниго Кордоба. Неплохо, конечно, и левый нападающий. Чуть-чуть бы рейтинг потянуть и был бы золотой. Но вот Капуэ и Миссероли еще. Итак, сейчас мы открываем вот такой вот бокс-дроу. Давайте глянем, какие здесь нам могут выпасть игроки. Ну, это понятно. Кстати, самый высокорейтинг здесь Роналду, а не Месси, так что один из них нам только может здесь выпасть. Ну что ж, давайте откроем за монеты MyClub. Посмотрим, что нам здесь сулит поймать. Отправляемся мы в Россию. Вы серьезно? Серебро, значит? Хотя нет, золото. Малком? Левая нога, да. Это Малком. Ну вот так вот ему даже форму переодевать не надо. 82-й у нас нападающий, правый. Маркос Роха и два мена еще. Ну и последний мячик на сегодняшний выпуск. Посмотрим, куда. Так, ну это мы куда-то за рубеж, может быть, Германия какая-нибудь, да? Левая нога, черный мячик причем, и это Сане, Лерой Сане. Неплохо. Интересный, конечно, игрок. Вряд ли он у нас попадет в состав, но все равно игрок сам по себе очень даже интересный. Оскар еще и Кайо Энрике.
Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнь до новых встреч, друзья. Всем до свидания.